Наступила пора детских каникул. И пока малыши радуются отдыху, родители думают, как обеспечить им занятость на летнее время. В администрации округа представители департаментов рассказали о том, какие мероприятия подготовлены для детей этим летом. В первую очередь, конечно, детские лагеря. В дошкольных лагерях организованы смены до 18 часов. Безусловно, обусловлено это тем, что все-таки потребность родителей есть в том, чтобы ребенок находился под присмотром в течение всего дня. И дальше мы будем развивать именно это направление. Мы будем стараться организовывать, конечно, смены, чтобы ребенок находился в течение всего дня. Это касается детей начальной школы прежде всего. За лето в разных лагерях смогут отдохнуть более 10 тысяч детей. Для тех же, кто останется в городе, подготовлено много городских праздников. Среди них обещают масштабный день молодежи. А день физкультурника пройдет не только в городе, но и на сельских территориях. Кроме того, летом будут работать все спортивные секции. Центром тенниса в этом году будет реализован проект под названием «Игры народов мира». И на площадках наших школ общеобразовательных будут проведены как раз таки мастер-классы с участием волонтеров, с участием школьников и также подключаются студенты педагогического колледжа и Белгородского филиала Белгородского государственного университета, которые будут непосредственно проводить там мероприятия. Также у нас есть и уже стартовала детская здоровая футбольная лига, которая играет, которые проходят на стадионах общеобразовательных школ. Летом все учреждения культуры будут открыты для посещения. В театре планируется новая постановка, а для творческих детей пройдут мастер-классы, в том числе и на открытом воздухе. Все творческие коллективы учреждения культуры будет проводить лето 2019 под девизом «Творческая планета за 90 дней лета». То есть планируем каждый день задействовать наших юных жителей Староскольского городского округа, а также семей. Этим летом найдутся занятия для каждого ребенка Старого Оскола. Подробные афиши мероприятий будут размещаться на сайте администрации округа.